Сегодня в Омской школе номер 13 долгожданный день. Ее участники стали лучшими чтецами отборочного этапа проекта «Услышать просто», посвященного проблеме восприятия мира слабовидящими и слепыми детьми. Данная школа, почему была выбрана, это одна из первых школ, в которую мы пришли рассказать о проекте. И от педколлектива школы поступило предложение создать на базе школы такой мини-конкурс, конкурс чтецов. Вот мы собрали лучших ребят с каждого класса, они читали свои произведения, поэтому, хотя по проекту еще результаты не оглашены, мы решили все-таки прийти в эту школу и наградить ребят. Для того, чтобы стать участником социального проекта, достаточно было прочесть четверостишье полюбившегося стихотворения и записать на мобильное устройство, затем выложить запись в группу соцсетей ВКонтакте. Свою лепту внесла самая юная конкурсантка, она же самая смелая, не побоялась и принимала участие в проекте наравне со старшеклассниками. Просто мои, это другие наши, которые в школе, они побоялись как-то участвовать. Зачонку дали поручение, снеси-ка бабушке печенье. Когда пойдешь через мосточек, смотри, не урони мешочек, не уроню. И в тот же час он на мосту пустился пляс, потом качался на перилах, пока печенье не уплыло. На сегодняшний день, когда вот такие социальные проблемы, окружающие нас, вот они, в общем-то, не должны оставаться незамеченными, и особенно незамеченными для детей, для молодого поколения подрастающего, которое как раз и должно быть умеющим сострадать, сопереживать. Старт важному социальному проекту дали Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области при поддержке местного отделения «Мегафон» и холдинга «МКР Медиа». Акция по созданию аудиокниг для особых детей стартовала в начале июля в Алтайском крае. В августе к ней присоединился и Омск. Организаторы уже отмечают огромные перспективы этого проекта. Проект цепляет тем, что позволяет детям познакомиться с авторами своего региона, своей области. Союз писателей уже провел работу, пообщались со своими коллегами в других регионах. Всех этот проект зацепил, и на будущий год мы планируем сделать его федеральным, чтобы каждый регион издал свою аудиокнигу со своими авторами. Ознакомиться с творчеством омских писателей слабовидящие дети смогут к концу этого года. К этому времени опытные жюри определят лучшие видеоработы, чьи авторы примут участие в записи аудиокниги, которая будет растиражирована и подарена коррекционным школам.